Так, всем доброе утро. Ну вот, настал тот неприятный день, когда уже нужно уезжать. Мы же позавтракали, собираем вещи. Вот, потихоньку. Но мы как бы не совсем домой, ну домой, но по пути хотим заехать, как мы говорили, на водопад в Тоднау и посетить навесной мост. Вот, подвесной мост. Вот у нас тут уже такой беспорядок. Разобрали уже вещи, собрали палатку, внутренность. Все поздували, повыносили. Сейчас я быстро наведу тут порядок, все остальное соберу. Будем сушить полы. Вот так вот. И тут мы тут сушили белье. Вот таким образом. Вчера жгли костер в гриле до позднего вечера. И релаксовали. Ай, красота. Пришла моя помощница. А ты уже снимал без меня? Да. Я в шоке. Ты пока там сходила, я поснимал чуть-чуть. Что мы тут уже собираемся. Ходила. Уже внутреннюю часть всю достали. Вот осталось тут. Можно и так жить. Превратилась в шатер. Торговый павильон. Ну, а, это гараж. Можно туда машиной заехать, кстати. И нормас. А где мусор? Да, машина туда заедет, кстати. Где мусор, машина? Мусор вот там. Чуть-чуть, да. Настал тот день, когда нужно уезжать уже. Да. Да. Это был тот момент даже. Да, тот момент, когда нужно покидать это прекрасное место. Это был наш первый опыт такого отдыха. Конечно же, есть и минусы, но основная часть — это большой-большой плюс этого отдыха. Да, ну это место, этот кемпинг на озере Титизе шикарный. Он вообще все оснащено настолько, что ты даже не думаешь о том, где взять воды, когда, куда сходить в туалет. Все доступно, все предельно близко. Просто. Близко, да. Все просто, да, нет вот этих понтов каких-то. Все чистенько в то же время. И мне кажется. И 3 дня было уютненько. Мало. Ну да, надо хотя бы 5, так, чтобы было еще. Ну, к нам всегда мало, если вы не заметили. Сколько бы мы ни отдыхали, поэтому всем желаем отдыха. Вот. Едем домой. Едем домой, но по пути мы заедем, конечно же, на мост и на водопад, как и обещали. Да. Все. Чао. До встречи на мосту. Вот, все, есть. Let's go, guys. Да, вот это мостик. Ёпа, мы идем туда. Это тот, кто боится высоты. Так, ну короче, мы подъехали к мосту, я не знаю, Лен, твои ощущения? Мои нормально, я уже хочу туда. Да? Ну мы так высоковато, если так видно будет. Вот там вот. Вот там вот. Недавно мы ехали. Ладно, идем. Хотите. Ты не очень нравится? Что-то я очкую. Так, мы уже пришли на кассу. Ты не придумала? Я. Высоко. Ну я сейчас пойду посмотрю там. На тебе деньги. Я там пойду. Подождите. 2 билета бери. Вот так вот. Выглядит этот мост. Ну, ничего страшного там вообще нет. Прикольно натянут. Все, купили билеты. Сколько стоит билет, Лен? 12 евро один билетик. Он действует и на водопад. Дневной, да, вход. Да, сколько ходит. Мы будем сегодня целый день тут сидеть, туда-сюда ходить, пока продукты не закончатся все. Так что так вот, сейчас пойдем, Ленка сумку возьмет в машине. Так, ну что, мы уже зашли, там вот вход. А тут невысоко, так кажется, на самом деле. Оттуда мы ехали, казалось, что он прямо над ущельем. Ну сколько тут высота, 300 метров? Так, ну мы пошли. Его чуть-чуть шатает. То есть, если он обрывается, все летят вниз. Но я не боюсь, мне вообще не страшно. Не знаю, на водопад тут это вниз туда, да, получается? Ну да, да. Водопад сейчас ты увидишь с моста.
Ленчик, повернись. Ну как тебе? Самую малость. Безопасно. Ты же не боишься, когда безопасно? Мне очень близко. Так, ну в принципе, четвертую часть моста мы прошли, кажется, да? Ленчик, ты где? Я тебя не вижу. Как ты ощущаешь? Шатает, пипец его. Вообще, надо держаться постоянно. Ага. Ты можешь упасть. С этой стороны водопад. Красивенький. Так, видно его. Потом спустимся к нему, да? Ближе подойду сейчас. Не видно. Водопад. Красавец. Надо идти на него посмотреть. Снизу. Наверное, прикольно смотрится. Помочить ножки. Не знаю, как мы пойдем. Это нам, если оттуда, парковки, надо вот оттуда спускаться. Идти. Вот это я понимаю достопримечательность. Шатает. Как впечатление? Хорошо, отлично. Такая безопасность. Я тут вообще себя чувствую в безопасности. Тут, видишь, лампочки. Тут такой мощный, блин, тросило, трубило. Карабинчики, все как полагается. Этот мост выдержит, я не знаю. Если на него подвесить Боинг. Ну что, мы прошли этот мост. Основная часть осталась позади. Сейчас думаем, как идти. Ой, в горку хорошо. Чуть-чуть в горочку. Да. Так, вот мы прошли. Black Forest Line, Тогнал. Вот отсюда такой видик тоже. Неплохой. Ну, такой, не короткий. Так, движемся далее к верхней части водопада. Пока дорога вниз, потом там ступеньки вверх. 584 ступеньки, я думаю, мы осилим. Ленчик. Все как всегда. Всё как всегда. А ты сливаешься с лесом, тебя не видно. Я специально, чтобы затеряться в толпе деревьев. Это уже далековато мы от моста. Спускаемся к водопаду. Ленка не очень довольна, что опять приходится ходить. Она думала, что с машины посмотрим на мост, на водопад, да, поедем себе дальше домой. Да, за? Лена уже представляет себе обратную дорогу. Да, я подошел подальше. Потому что это стрёмно с ней рядом находиться. Потому что мне уже жарко, я хочу в туалет. Это ужас. Такой тут лес. Пахнет сосной. Красиво. Вот, на заднем фоне моя любовь всей моей жизни. Страдалица идет, страдает там. Мы теперь под мостом. Или мост над нами. Я уже слышу шум водопада. Или это ты, Ленка, уже? Я уже, да. Ты уже. А я сейчас в туалет перехотела. А что со мной будет? Я тоже в туалет хочу еще. Терпи. Туристическое место. Там дофига людей. И тут вот водопад. Его, так сказать, начало. Люди там ножки мочат. Прям все тут зависают, прохладненько. Хорошо. Вот так вот. Да. Там люди купаются. Класс. Уходит вниз.
прохладу. Вода сила. Так, ну что, мы выдвинулись наверх. Дорога, конечно, тут такая себе. Вот такая вот лестница. Ага. На подъемчик идем. Так, потихонечку, потихонечку. Вверх вот туда, 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 туда. Сокращать не будем сегодня. Что там? Одышка. Одышка. Тяжело? Не, зигзагом идти нормально. Да? Не скользко тебе? Нет. Отлично. Мы уже близки. Сейчас там начнем со ступенечки. И тудым-сюдым. И мы наверху. Деревце упало, видать. Давненько. О, там мы уже вышли. Нормально. Ничего сложного. Ступенечки такие тоже легкие. Деревянные. Наша любовь стала крепче за эти 16 лет. Да, вместе с ногами. И ноги крепче стали? Угу. Отлично. Живут же люди. Да? Так, ну мы выдвинулись к подножию водопада. Все как всегда, да? Лес, природа. И моя недовольная жена. Вечно. Вечно. Вот с этой стороны он вообще кажется таким огромным. Километров парочку. Ну как, нет. Но все равно издалека кажется очень длинным. На самом деле не такой уж он и длинный. Так, ну вот позади меня этот мост. Длина его 450. Высота 120. Он не сильно такой уж и длинный. А мы идем к водопаду дальше. А так кажется, да, длиннющий? Не, нам сюда или сюда? И вот мы вышли к подножию водопада. Ой, ну прикольно, прикольно. Красиво, красиво, красиво. Высоко, высоко. Ну что, тебе нравится? Жарко? О, залезло, залезло. Да, вот. Ну что же, закончился наш чил, трип, кемпинг, шмемпинг, глэмпинг, хайкинг. Вандерн. Все закончилось. Все закончилось. Возвращаемся домой. Нас дома ждет ждоча, с понедельника ждоча, школа. Поэтому, друзья, спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь и следите за нашими выпусками. Впереди только интереснее. Чус! Только всего. Чао!